Движемся дальше. Танго. Аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты. Друзья, в этом финале у нас, не называя имен, соперничают два прекрасных города. Это город Гродно и столица, город Минск. Давайте посмотрим, сколько болельщиков привезли с собой танцоры из Гродно. Ну и на правах негостеприимных хозяев Минск как ответит? Ну, незначительно больше. Я так понимаю, что гродненцев у нас по традиции в Минске чуть больше, чем столичных жителей. Ну что же, посмотрим, как дело будет разворачиваться дальше. Прямо сейчас танец медленный, фокстрот.